В связи с трагедией в Кемерово все торгово-развлекательные объекты страны будут проверены на безопасность. В нашем районе проверки уже начались. Сегодня в парк-отеле «Уют» и торговом комплексе «Версаль» были проведены пожарно-тактические учения. Выявленные в ходе учений нарушения пожарной безопасности будут устранены в кратчайшие сроки. По легенде, учение возгорания произошло на третьем этаже парк-отеля «Уют». Спустя несколько минут пожарные были на месте. На тушение огня приехало 8 единиц техники Славянского пожарно-спасательного гарнизона и 55 человек личного состава. За считанные секунды были развернуты пожарные рукава. Подготовлен для эвакуации людей с верхних этажей куб жизни. Это своего рода подушка безопасности. Надувная конструкция легко устанавливается и способна спасти пострадавших, прыгающих даже с пятого этажа. После того, как была одета вся необходимая экипировка, пожарные отправились в объятое огнем здание. Эпицентр возгорания находился в помещении с детскими аттракционами. В ходе учений пожарные проверили технику, а также отработали эвакуацию пострадавшего из горящего здания. Внимание! В здании пожар. Просьба покинуть здание через ближайший выход. Пострадавшего на носилках вынесли из помещения. На улице ему оказали первую медицинскую помощь, а затем отправили на скорой в ЦРБ. Также была отработана эвакуация с помощью куба жизни. В роли пострадавшего, выпрыгнувшего со второго этажа, выступил Михаил Осачий. Как рассказал мужчина, несмотря на небольшую высоту, прыгать было немного страшно. Страшновато, конечно. Но молодцы, сработали организованно. Молодцы. Просто слов нету. В торговом центре «Версаль» пожарные для спасения людей использовали выдвижную пожарную лестницу. Ее длина составляет 30 метров. Этого хватит, чтобы эвакуировать людей даже с 10 этажа. Во время учений были отработаны порядок действий личного состава, приемы и способы спасения людей, а также проверена боевая готовность подразделений и техники. С поставленными задачами славянские пожарные справились на твердую четверку. Действия персонала торговых комплексов в случае ЧС также получили положительную оценку. Для отработки совместных действий в учениях принимали участие спасатели, полицейские и медики. Все выявленные нарушения при проведении как самой тренировки, так и пожарной безопасности зданий будут проанализированы и устранены. Оцениваю действия личного состава своих подразделений на твердую оценку хорошо. Значит, ошибок практически не было. Действия персонала оцениваю на твердую оценку хорошо. Я могу твердо заверить жителей нашего района и гостей, что все недостатки, обнаруженные в ходе проведения обследования отделом надзорной деятельности, недостатки, которые мы обнаружили в ходе практической тренировки, будут устранены. Задача стоит не только обнаружить, но и устранить в кратчайшие сроки. Пожарно-тактические учения будут продолжены. Планируется проверить все крупные торгово-развлекательные объекты. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».